по состоянию на 22 часа 30 минут 13 декабря 2023 года в связи с ухудшением погодных условий, метель с порывами ветрами до 33 метра в секунду и ограничением видимости введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке Машат, перевал до границы Жамбылской области. Задействовано на очистке дороги 19 единиц техники. В настоящий момент по Туркестанской области автомашины, находящиеся в снежном заторе, в количестве 20 машин, из них 19 легковых машин и пассажиры автобусов вызволены силами дорожной службы Казавтожола. Пассажиры данных транспортных средств размещены в поселке Туркубас и поселок Шахпак-Баба. Со стороны города Шымкент перед закрытым участком автодороги находится 90 единиц техники, из них 50 грузовых и 40 легковых. Дорожными службами ведется работа по очистке дороги от снежных отложений, однако работы затруднены из-за нулевой видимости.